Всем привет! В этом видео вы увидите, как можно сделать в подвале гидроизоляцию и для чего она нужна. У дома есть подвал. В подвал доступ только через окошко для проветривания. Вот такой большой подвал под домом. Полный рост, 2,70 высота, но только есть одна проблема: снизу сочится вода. Будем пробовать один вариант, чтобы исключить эту проблему. Будем заливать бесшовную стяжку бетона 8 сантиметров, а по периметру приделать гидроизоляционный жгут. Для слива бетона нам придется расширить одно окно. Для приема бетона подготовились. В нашем случае гидроизоляционный жгут должен находиться примерно в середине бетона, то есть 4 сантиметра от низа и 4 сантиметра от верха. Жгут крепим к стене быстрым монтажом через специальное крепление. Рейка в виде сетки, мы ее нарезаем по 20 сантиметров. Каждую планку крепим на один быстрый монтаж посередине, шагом 10 сантиметров. Смысл этого жгута, когда вода будет подниматься снизу кверху, она упрется в этот жгут. Жгут будет от воды расширяться и не давать ей пройти выше. Жгут между собой стыкуется под 45 градусов. Итак, жгут мы прикрепили по всему периметру. Он получился неразрывный. Теперь принимаем бетон. А предварительно в бетон будем добавлять сухую гидроизоляцию. Стяжку мы делаем бесшовную, предварительно все трамбуем, вибрируем, а разравнивать будем полутерком по лазеру. Лазер поставили в угол, на полутерке сделали отметки и по отметкам затираем. Полы мы залили, затерли, но через какое-то время, когда бетон уже подсохнет, мы его еще выровняем машинкой, так называемым вертолетом, чтобы пол был еще глаже и ровнее. А пока всем пока, подписывайтесь на канал, на канале много разных нестандартных решений для вашего дома, где я вам подскажу, а сделай сам.